Киеве сегодня стартует второй международный турнир «Пахлавон Махмуд» Strongman Games. Организаторами выступили Министерство туризма и культурного наследия, Всемирная федерация «Strongman», Федерация богатырских игр и гиревого спорта Узбекистана. Это мои вторые состязания в Узбекистане. В первый раз участвовал несколько лет назад в Ташкенте и занял там второе место. В соревнованиях Strongman я участвую с 2008 года. До этого дня участвовал в 225 турнирах. Большинство соревнований отличается друг от друга. В этом виде спорта нет стандартов. Я считаю, что Strongman – это не только тренировки, но и образ жизни. От своевременного и качественного отдыха, правильного питания, эффективных тренировок зависит наш успех на состязаниях. От турнира «Пахлавон Махмуд» «Strongman» ожидаю хорошего выступления от борцов. Соревнования, чтобы прошли хорошо, без травм, а остальное, ну, как получится. Должны быть готовы ко всему. Там очень много упражнений всяких разных, то есть там до 100 насчитывается. И оно все может меняться, и поэтому это очень интересно.